Приветствую, друзья, на канале Prime Camper. Как обычно, мы на площадке Измайловского Кремля. Сегодня в обзоре автодом в классе минивэн. Хобби Вантана Deluxe K60 FT. В очень интересном исполнении. Давайте с ним познакомимся. Как вы заметили по внешнему виду машины, она подготовлена. Установлены специальные дополнительные отбойники, защита двигателя картера, бампера, накладки, и вся машина по кругу покрыта специальным полимерным защитным покрытием. Усиленные диски, АТ-резина. Освещение все диодное, противотуманные огни диодные и в стиле Ford ходовые огни. Заглянем внутрь. Машина всегда использовалась в чехлах. Сейчас мы их сняли для продажи. Абсолютно новые сиденья. Хорошая комплектация с кожаным рулем, круиз-контролем, магнитола с камерой заднего вида. Заправочная горловина, как вы видите, без AdBlue. Идем дальше по борту. Подключение электропитания внешнего. Выхлоп от отопителя Truma Combi 4. Стандартная туалетная кассета Tedford. Также видим сзади тоже отбойники. Камера заднего вида Dometic установлена вместе с задним фонарем. Сцепное устройство, отбойники со ступенькой. Сзади пневмобаллоны, установлена пневмоподвеска на заднюю ось. И запасное колесо в штатном месте крепится. Очень интересно сделана шторка. Это нештатное заводское решение. Шили на заказ для зимней эксплуатации утепления. Вот с такими молниями, чтобы можно было попасть в багажное отделение. Здесь у нас располагается газовый отсек. И вот становится понятно, зачем вот эти ступеньки. Эту шторку очень легко снять, повесить. Очень простая система, крючки и люверсы. Идем дальше. На задних частях также защитное покрытие. Тоже видите отбойник сзади. И весь кузов, почему он так сияет, покрыт керамикой. Маркиза Thule Omnistor. И как обычно, самое интересное внутри. Идем. Перед тем, как смотреть внутри, быстро пробежимся по ТТХ. Длина 5,99, ширина 2,05 стандартная, 2,70 высота. Баки серой и белой воды по 90 литров. Солнечная панель 300 Вт. Два аккумулятора стартерные салонные по 100 ампер-часов. Заменены при последнем ТО, они абсолютно новые. Прямо на входе компрессорный холодильник. Для вэна достаточно большого объема с морозилкой. Кухонный блок из двух конфорок и раковины состоит.
Ну, как обычно, розетки 220, масса мест хранения, все с фиксаторами, в таком приятном и простом дизайне. Отопитель, как я и говорил, Трума Комби 4 с аналоговым пультом. Панель управления всем автодомом, где можно посмотреть зарядку аккумуляторов, емкость баков, включить водоснабжение и освещение. В спальне светильники с USB-розетками. Обратите внимание, ширина в ногах и у изголовья разная. У изголовья немножко побольше, это добавляет вам комфорта. Сзади люк с москитной сеткой и жалюзи. И посмотрим санузел. Совмещенная душевая кабина, раковина и туалетная кабина. Здесь у нас установлен газоанализатор, дополнительные розетки для подключения телевизора. Вот сюда можно его установить, чего здесь пока нет. Посмотрите, как сделаны кромки полок, очень качественно. В глубине располагается MPTT-контроллер для солнечных панелей. Также, как у всех вэнов, место хранения большое над кабиной. И столовая группа, поворотные сиденья, расширитель специальной столешницы. Как видите, 4 ремня безопасности. По периметру коврики на весь салон. И здесь же можно разобрать дополнительное спальное место. Ну, это не предусмотрено, но можно сделать трансформацию. Также под основной кроватью, как во всех вэнах, универсальное место хранения. То есть кровать можно поднять и перевозить какой-то багаж. Здесь же располагается вороток для маркиза Туле. Состояние машины безупречное, техническое состояние 100%, все работает до каждой лампочки, все в идеале. Приезжайте убедиться, машина в Москве, на площадке, ждем вас. Возвращаясь к шасси, хочу упомянуть двигатель внутреннего сгорания 2.3 объемом и роботизированную КПП, которая представляет собой обычную механику с сервоприводами для переключения передач, но без третьей педали и без положения паркинга. Во всем остальном, с точки зрения управления, это обычная автоматическая коробка. По эксплуатации этой коробки были вопросы по ремонту, что она выходила из строя, но тут есть один секрет. Если следить за техническим состоянием машины, а что касается коробки, надо просто следить за уровнем жидкости в бачке, никаких проблем она не доставляет, ходит долго, как, например, в этой машине. Еще, кстати, очевидный плюс, то, что предыдущая генерация и нет от системы AdBlue. Спасибо, что смотрели обзор. Как обычно, вся подробная информация о машине будет в ссылке в описании в первом комментарии. Обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал, там все самые свежие новости. Пока!